Какой должна быть скорость автомобиля во дворе и как себя нужно вести на проезжей части? Эти простые правила формируют современное поколение дисциплинированных пешеходов, пассажиров и водителей. Ключевые аспекты ПДД должен знать не только взрослый автолюбитель, но и ребенок. В этот раз профилактическую лекцию для юных жильцов дома номер 44 по улице Пушкарева провели сотрудники госавтоинспекции. В рамках данного мероприятия сотрудники госавтоинспекции совместно с дирекцией безопасности дорожного движения призывают всех несовершеннолетних участников дорожного движения быть дисциплинированными и внимательными на дороге. За 6 месяцев текущего года на территории Ульяновской области зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, в которых 65 детей получили травмы. Чтобы избежать подобных исходов, уже с ранних лет ребятишкам прививают культуру поведения на дорогах. Так и летние каникулы проходят с пользой, и школьники пополняют копилку знаний. Сегодня разъяснили, как правильно и безопасно переходить дорогу, как правильно и безопасно ездить на велосипедах и самокатах. Занятие на свежем воздухе прошло в интерактивном формате. Дети поучаствовали в тематических викторинах, проверили свои знания и получили памятные подарки – светоотражающие значки. Встречу организовал председатель многоквартирного дома номер 44 по улице Пушкарева Сергей Горшков. Активист уже не первый раз своими силами устраивает для ребятишек настоящий праздник. Ранее юные жильцы уже знакомились с профессией пожарного, участвовали в спортивных соревнованиях и угощались сдобной выпечкой. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.